я могу с уверенностью сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов, и мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов, и я уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважение интересов наших стран и уважение суверенитета наших стран и на принципе невмешательства в внутренние дела друг друга. Я очень рад, что российские представители каждый раз, когда говорят о наших отношениях, подчеркивают еще и все эти принципиальные вопросы.